третьей серии турецкого сериала «Меня зовут Милек» старшая дочь задала своей бабушке один очень важный для нее вопрос. Она хочет знать, по какой причине та не любит ее мать, ведь она не причинила их семье вреда. Только женщина так и не смогла на это ответить. Медхат не может смириться с решением отца, так как он был категорически против того, чтобы дети Милек жили в их доме. Мужчина сделал замечание и сообщил о том, что она сестра и должна жить здесь. Али ходит недовольным, и он намерен сделать все для того, чтобы прогнать Милек, но старшая дочь сразу же смогла дать дедушке отпор. Когда Милек принимала важное для нее решение, то не могла и подумать, что в дальнейшем это обернется для нее не самым лучшим образом. Несмотря на это, женщина не готова просто так сдаваться, и она будет стоять до последнего на ногах ради своих детей. С того момента, как она была последний раз в отцовском доме, прошло долгих 20 лет. И вот она снова оказалась на пороге и не может знать наперед, с чем ей предстоит здесь столкнуться. Когда мужчина увидит ту, по которой он очень сильно тосковал, то в нем вспыхнут старые чувства с еще большей силой. Но он понимает, что дал клятву и должен удержать ее во что бы то ни стало. Сможет ли отец впустить свою родную дочь в дом и простить ей все ошибки, или же просто-напросто закроет перед ней дверь? Когда Милек вернулась в город, то жизнь многих стала переворачиваться с ног на голову, и теперь уже ничего не сможет стать таким, как прежде. Третья серия выйдет 9 октября на канале ТРТ1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.